Дорогие друзья, я продолжаю для вас снимать видео орхидей, которые я продаю. Все орхидеи домашние, адаптированные, хорошо растут. Так что продолжаем. Сейчас вот давайте начнем с самой первой орхидейки. Я их поливаю и заодно вам снимаю. Эта орхидейка, как вы уже все поняли, это пират. Он уже отцветает. Вот такая вот небольшая, видите, розеточка. А вот он у меня уже давно посажен в этой посадочке. 20-й год. Видите, 20-й год. Вот в этом году вырастил листочек. Ну, видно, да, что отцветают цветы. Самый обыкновенный пиратик. Небольшая посадка и небольшой такой горшочек. Вот сейчас буду сливать с него водичку. Вот эта орхидейка у меня куплена в этом году. Это розовая бананка. Она у меня немножечко пострадала, видите. Там намазана Максимом. Но уже, смотрите, отошла, видите, уже начинает цвести. Ой, цвести, выпускать корни. Надо снять этот, да, листик я оторвала, но не сняла чешуйку. И смотрите, там у нее растет листочек. Если не забуду, вставлю вам, как она цветет. Очень красиво цветет, но видите, заболела. Мне кажется, что это болячка вот эта, от которой сохнут корни от шеи. У меня болела несколько орхидей этой болячкой. Некоторые я спасла, а одна орхидея погибла. Но эту, видимо, тоже спасла, потому что, смотрите, с этой стороны корешок, с этой стороны корешок. Так что, я думаю, она жить будет. Дальше. Вот эта вот орхидейка. Я не знаю, не помню, как она называется. Она у меня просто подписана как бордо, но она очень красиво цветет. Как-то у нее такое название тоже интересное. У меня, по-моему, две такие орхидеи, если насколько я помню. Но она тоже, знаете, вот переболела. Сейчас займусь, поснимаю все эти чешуйки. И мне пришлось ее пересадить. Но она принялась, вырастила, начала растить корешки. Некоторые, конечно, видите, корни отсыхают, растут новые. И растет цветочек. Если найду фотографию, тоже вам ставлю фотографию. Я на полу снимаю. Это орхидейки, которые я сняла с восточного окошка маленького. Те, кто смотрит мои видео, знают. Да? Вот эту орхидею я пересаживала тоже недавно. Она у меня тоже, к сожалению, без названия, не знаю. Покупала я ее тоже очень давно. Даже не помню. Ну, очень давно. Лет 5 она у меня, наверное. Может быть, даже и больше. Тоже, видите, отцветает. Она у меня в этом году росла на 2 цветоноса. Один цветонос она как-то сразу раз и засушила. Поэтому я вот так вот срезала. Ну, видите, вот еще не до конца. После пересадки она у нее в грунте завелся какой-то грибок. И я не стала рисковать, я просто поменяла этот грунт. Обычно говорят, пролейте тем, просушите так. Не знаю, для меня легче пересадить, потому что я когда проливаю, бывают такие случаи, что помогает. Но большинство случаев почему-то моим орхидеям не помогает вот это пролитие разные там от грибков. Но после того, как я ее пересадила, видите, как пошли корешки. Она себя великолепно чувствует. Правда, немножко такая вот посадка, да. Но у нее тут очень много было корней, и она сдвинута, да, смещена. Здесь вот это вот остатки. Я проливала их абероном, опрыскивала. Ну и пооставалось немножко. Вот новый листочек в этом году. Цветет она очень красиво. Но почему-то у меня она цветет через сезон. Не каждый сезон, а через сезон. Не знаю, почему так. Может быть, у вас, если вы купите, будете по-другому с ней обращаться, у вас будет цвести каждый сезон. Так, и есть у меня еще вот такая вот уже орхидейка. Видите, цветет. Вот сколько у нее цветоносов. Раз, два,
да, вот это вот новый цветонос этого года, вот это вот старый цветонос, вот, ну, как старый, он в этом году тоже, но просто я его поломала, случайно поломала. И вот здесь вот еще на старом цветоносе, вот она выпустила, да, разбудила почечку, и вот еще вот такой вот небольшой цветоносик. Эта орхидейка пострадала немножко у меня от трипса. Ну, вернее, пострадал один листочек всего лишь. А вот после трипса я избавилась от них, вот вырос чистенький листочек. Сейчас она стоит на окошке, видимо, пересвет, видите, немножечко. Ну, здесь у меня такое освещение, получается, натуральное, натуральное. Тоже я ее пересаживала, по-моему, в прошлом году. Тут у нее нету никакой, да, нету напоминалки. Тоже из-за того, что у нее там был грибок. Грибок в грунте, поэтому я пересаживала, друзья, ее. Вот, насыпала очень много коры. Как вы заметили, у меня орхидеи иногда прямо кора, прямо сверхом. Ну, бывает у меня такое, что хочется насыпать как побольше. Так, вот эта орхидея, сейчас я ее поближе подвину. В общем, у нее куча названий. Сейчас, друзья, я тут присяду. Интересно, удобно. Значит, Кот Кис, да, у меня тут подписано. В 22-м году я ее купила. Пересадка в закрытую в 23-м была. Тут еще название есть. Винный вельвет, бальбина. В общем, все названия, которые мне говорили, девочки писали в комментариях, я все записывала. Вот. Но мне Кот Кис, да, больше как бы нравится название. Вот она тоже, видите, немножечко пострадала в прошлом году. Вот ее совсем чуть-чуть подъели трипсы. После отпуска я приехала и увидала, что мои орхидейки приболели вот этими, заразились трипсами. Вот она цвела на два цветоноса. Ну, уже я срезала. Этот у нее новый. В этом году был цветонос. Этот старенький, но тоже, получается, я его случайно сломала там кусочек. Но она хорошо растет, смотрите, корни пускает, видите, растет в закрытой системе. Вот налила ей там водички, сейчас она попьет еще немножко. Вот так наливаю, чтобы вот это, да, мох подымал наверх. В общем, у нее там сейчас еще вам подниму. Вот, видите, вот так вот выглядит она. Вот такая вот. Кому интересно, это тоже биглип, друзья. Это тоже биглип. Так что пишите. Если не забуду, тоже вставлю фото. Так, знаете, мне бы хотелось сразу вам выставить все орхидеи, чтобы вы смотрели и выбирали, но, к сожалению, не получается сразу выставлять, да, все орхидеи, потому что орхидеи у меня очень много. И продать не надо их до сентября месяца. Там еще стоит одна орхидейка. Сейчас я подойду к ней поближе, вам тоже покажу. Это орхидея «Алмазное небо». Она у меня тоже очень давно живет и цветет. Она всегда такими вот, видите, каскадами. Ну, вот это вот уже последние цветочки остались, да, отцветает она. Двойной горшок у нее, тоже давно покупала, не подписывала, да, это я последний год начала подписывать, прямо когда покупаю, когда пересаживаю. Ну вот, видите, вот так вот она растет, немножко она поднята, ствол у нее, да, шея поднята, уже настолько отросла, что ее можно, конечно, пересадить и омолодить. Вот эти вот орхидейки, ой, орхидейки, говорю, корни отрастут, и можно посмотреть. Если нет, то, конечно, можно и так оставить. Она нормально себя чувствует. Правда, вот иногда, видите, вот такие вот у нее листочки. Вот. Они вроде бы и нормальные,
Но в то же время вот этот вот без тонуса. Не понимаю, почему. Или, может быть, там плохие корни внутри. Потому что я же сделала пакость себе. Вы все знаете, да, те, кто смотрит мои видео, знают, да, что я пролила и пожгла все нижние корни. Может быть, и поэтому ей не хватает, знаете, корни внутри горшка прожженные, а сверху новые нарастают. И, может быть, ей очень, ну, не хватает влаги. А залить так ее, чтобы вообще она пропала. Сейчас жара, я тоже не могу, потому что сварится просто. На окне тоже сейчас очень такая, знаете, если на улице высокая температура, то и на окне, конечно, температура поднимается, несмотря на то, что окно притененное и жалюзи там есть все равно. Орхидейки от жары страдают. Ну, в общем, друзья, смотрите. Ее, конечно, по-хорошему надо пересадить, эту орхидею. Но я не успела весной пересадить. И осенью, так как мне надо будет уехать осенью, то я не знаю. Будете уже сами пересаживать, друзья. Все, на этом все тоже вам такое небольшое видео, да, по этому окошку. Буду так постепенно снимать и выкладывать, потому что, ну, все сразу просто невозможно, друзья, выложить. Вы смотрите и пишите, и звоните. Там я, по-моему, выставила, да, в телеграм-канале, я уже там одной девочке написала свой телефон. Если вы хотите одесситы, то вы найдете. Все, на этом все. Не забывайте, друзья, писать комментарии, ставить лайки. И не забывайте, кто не подписался, еще подписывайтесь. Дальше будет продолжение. Хоть орхидеи продаю, но продолжение все равно будет. Все, друзья, до скорых встреч!